Нашему предприятию 78 лет. Построен в 40-м году. Предприятие известно не только в Тверской области, но и по всей России. Надеемся, с приобретением нового оборудования системы Спиромматик производства Бельгия наши объемы еще увеличатся, потому что это дает прежде всего улучшение качества продукции. Это аэрация, это автоматическая подача, это точная дозировка. Это очень важно в нашей технологической цепочке. И этот объект – это сердце завода. Такое оборудование в России – оно первое. Мы 2 года занимались изучением спроса поставки вот этого оборудования по всей Европе. У нас было много предложений. Среди них самое удачное, на котором мы остановились – это Спиромматик. И я ездила на приемку этого оборудования, убедилась в том, что оно в Европе установлено, потому что я проезжаю по Европе, видела на всех пищевых предприятиях – это система. Системы Спиромматик. Это еще и экология, это экономия хлебных ресурсов, это меньше будет уже остатков при зачистке силосов. Если металлические силоса не требуют зачистки, то здесь все идет в автоматическом режиме. Кроме того, экономия энергоресурсов, а это очень важно. Силосы Спиромматик – это прочная и долговечная конструкция, которая обеспечивает герметичность и отсутствие конденсата на поверхности. Очень безопасные силосы. И несмотря на то, что мы находимся в центре города, нет никакого риска взрыва и риска для окружающих людей. Здесь применены лучшие технические решения, позволяющие избежать человеческих ошибок, что в свою очередь приведет к автоматизации процесса и снижению стоимости хранения муки. В качестве разработки для Волжского пекаря была применена система наружных силосов, которая позволит освободить производственные площади на заводе. Волжский пекарь ожидает снижения затрат на хранение муки, никаких проблем с обслуживанием по сравнению с существующими старыми силосами, никаких дополнительных затрат.